Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today, our new theme at page number 50, organic food. And the aims of our lesson, do the tasks number 1 and number 3. 1A and 3. Доброе утро. Сегодняшняя наша тема на странице 50. Прослушайте по ссылке текст «Save the environment and eat organic». Сохраните окружающую среду и ешьте органическую еду. Вот такая у нас тема сегодня. Прослушайте текст, прочитайте его. А также в тексте говорится, да, что некоторые люди говорят, что мы то, что мы едим. И, возможно, они правы, да? Если вы каждый раз едите нездоровую пищу, вы становитесь нездоровым, да? Вот про это у нас текст. Говорится о types of organic food, о видах органической еды. Producing organic food, что используется для продукции, для произведения органической еды. А также the benefits of eating organic, о преимуществах есть органическую еду, органические продукты, да? Вот про это у нас в тексте говорится. And let's look at the exercise number 1A. Затем выполняем первое упражнение A. In a minute, write as many words as you think of under each heading. Compare with your partner. Подумайте, напишите слова под каждым заголовком, сколько слов вы можете написать. Даны 4 слова, да? Fruit, vegetables, meat, dairy products. Фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. Сколько слов вы бы могли бы подобрать или написать под эти заголовки, да? Напишите обязательно. Проверьте себя, да, какой у вас словарный запас. And then do the task number 3. Read again and make the sentences true, false or doesn't say. Прочитайте, затем определите. Предложения, да? True – правильные, false – неправильные, doesn't say – не сказано в тексте. Задание состоит из 6 предложений. I think that the tasks are understandable, they aren't hard. I'll wait your feedback until 7 o'clock. The lesson is over. Goodbye.